наше такое фантастическое произведение, которое называется «Три непобедимых героя» или «Все легенды правдивы». Сейчас мы подготовимся. Когда-то давным-давно жили шестеро, трое добрых и трое злодеев. Моана, девочка, которая могла управлять океаном. Соник был очень быстрым, его не могли догнать даже ураганы, полицейский болид. Эл-Джей, у него были очень красивые волосы, белые слепые линзы и крутая прическа. Но однажды случилось невероятное. Злодей Джейсон решил завладеть голосом Эл-Джея, скоростью Соника, и захотел управлять океаном, как Моана. Именно орла я беру за руль, бутылку розового вина. О, как мне нравится его голос. Надо им завладеть. Мистер Коробка, иди сюда. Хочешь биту, возьми себе нож. Огромное тебе спасибо. Владей, иди сюда. Джейсон, я готов тебе помогать. Ты должен привести себя в уже. Я лечу на концерт в Америке. Запах гарит, крыло горит, мы падаем. Ты как нас на крабе, в желтом. Иди сюда. Иду, иду. Что это за запах? Как будто что-то горит. Самолет падает, я посылаю цунами. Даже не пытайся отсюда выбраться. Ты заложник самой крепкой коробки на свете. Даже твой голос не сможет пробить эти стены. А давайте я вам песню спою. Так красиво, я перестану. Ну что, достали голос? Мы не смогли достать голос от Джета, но мы можем достать Соника, самого быстрого ежика на свете. Надеюсь, вы хоть с этим справитесь, это наш последний шанс. Я знаю, что Соник каждое утро тренируется на футбольном поле. Если мы сделаем коробку размером стадион, то он точно не сможет выбраться. Проснувшись раньше Соника, ранним утром злодей и коробка прибыли на поле и начали долго и упорно рисовать самую непробиваемую коробку на свете. Это будет самая сильная коробка всех времен. И самая непобедимая всех миров. Ой, Соник! Странно, а кто решил делать стадион под крышей? Но это мне не помешает размяться. Субтитры сделал DimaTorzok.
ты злая, я сам разберусь. Соник, у меня есть крабик, он может разрядить коробкой. Да точно.